Неделя инноваций и предпринимательства завершилась в Северо-Восточном федеральном университете. По оценке российской венчурной компании, вуз занимает 5-е место в стране по развитию инновационной экосистемы. В течение недели прошли мероприятия, направленные на привлечение молодежи к инновационной и предпринимательской деятельности. Неподдельный интерес у студентов вызвала интерактивная игра «Стартап Гейм 2016». На закрытии недели победителей бизнес-квеста наградили ценными призами и грамотами. Участники утверждают, что в ходе игры смогли не только получить актуальные знания по созданию своего бизнеса, но и на практике научились общению с инвесторами. Этот конкурс уже проводится второй раз, и мы участвуем первый раз. И наш проект называется «Терможилет». Это жилет, и там встроено устройство, которое обогревает человека. И там вставлены именно нагреватели, которые расположены там, защищают области почки и области спины.